В соответствии с федеральным законом, граждане России, находящиеся долгое время в гостиницах, должны получить регистрацию. Администрация же таких средств размещения обязана в течение суток после прибытия гостя предоставить заполненные анкеты в отделении адресно-справочной работы. Иностранных граждан также ставят на учет в УВД, а после отъезда гостя снимают с миграционного учета. Мы требуем от всех представителей гостиничных комплексов заключение соглашений с ГУВД Краснодарского края для оперативного обмена необходимой информации о поселившихся гражданах как Российской Федерации, так и иностранных туристах. За нарушение правил регистрации предусмотрены серьезные административные штрафы от 25 до 750 тысяч рублей. Прошедший рейд нарушений не выявил, однако полиция намерена регулярно проверять сочинские отели и мини-гостиницы.